Всем привет! Вы на канале Кулинарим с Викторией. Сегодня мы приготовим вместе салат для похудения. Салат у нас будет без майонеза, с киноа. Киноа содержит большое количество растительного белка, аминокислот, витаминов, снижает уровень сахара в крови и уровень холестерина. Также оно смягчает протекание синдрома менопаузы. Салат получается очень вкусный, диетический. Как говорится, ешь и худей. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и интересных рецептов. 150 грамм киноа промываем под проточной водой, до тех пор, пока водичка не станет прозрачной. Отправляем в кастрюльку, заливаем водой. Пропорции берутся 1 к 2 на одну часть киноа, 2 части воды. Ставим на средний огонь и варим в течение 15 минут до испарения жидкости. Готовое киноа сразу перекладываем в салатницу, и пока оно у нас остывает, подготовим следующие ингредиенты. Половину огурца, это примерно 300-350 грамм, мелко нарезаем. Двух средних помидоров убираем плодоножки и нарезаем на мелкие кубики. С помощью ситечка убираем лишний сок у помидоров и перекладываем в салатницу к другим ингредиентам. И занимаемся болгарским перцем. Можно взять перец любого цвета, у меня сегодня желтый. Перец нарезаем на мелкие кубики и перекладываем к остальным ингредиентам. Также я добавлю один спелый авокадо. Очищаем авокадо от кожуры, убираем косточку и нарезаем на небольшие кубики. Для вкуса я также добавлю несколько орешков пекан и 2 чайные ложки семян льна. Можно добавлять любые семена, любые орехи, это все на ваш вкус. Приготовим соус. Для этого смешиваем растительное масло. У меня масло 2 сортов, смесь масел и оливковое масло. Масло с солью. Можно также поперчить, соль, перец по вкусу. Добавляем любимые специи. У меня это сушеный чеснок. И выдавливают 3 зубчика свежего чеснока. Добавляю 1 столовую ложку бальзамического уксуса. Все хорошо перемешиваю. Соус готов. Заправляем наш салат. Хорошо его перемешиваем и подаем к столу. Получается очень-очень вкусно. Овощи в этот салат можно добавлять каждый раз разные. Главное, нарезать их как можно мельче. Поэтому надеюсь, что этот салатик вам тоже понравится. Не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на мой канал. Желаю вам всего самого доброго и до новых встреч. С вами была Виктория.